Ну, короче, если нас сложат за 2 минуты, это не катка. Не, я уже пойду, меня уже позвали. Пойдешь, не пошел ты. Его один уже позвали. Там, для него это уже катка. Два, двести, две минуты. Пельмени уже варят, ну, сварились, уже, блядь, разложены, уже остывают. Не, ну, пельмешечки там... Да не пизди, пельмени, это просто пельмени. Слюнки подотри там. Какие слюнки, я, блядь, пельмени уже 5 лет не ел, блядь. Хуёпаешь, блядь. Я пельмени не ем. И чё? Ладно, я ем. Если ты не знал, как бы. О, муп, ёпта. Давай, муп, возьми. Я как бы слежу за... Слежи, а за мной следишь? За своим питанием, как бы. А пельмени это всё хуйня. Что, ребята, тут у вас нахуй? А чё ты ешь конкретно? Я? Да. Я ем нормальную писчу. Ну какую, например? Они всю эту... Писчу ты ешь? Писчу, да. Ты сам готовишь? Да. Пойми, я Коля, мне похуй именно. Я готовлю себе там на день, на полтора, чтоб не это, не испортилось. Всё. Уфа. Но я не варю пельменей. Я считаю, это, блядь, это всё... Ну, здоровые. Нездоровая пища. Тем более... Нет, если бы я сам их лепил бы, эти пельмени, фаршет бы там накручивал бы, блядь. Я бы, конечно, с удовольствием бы таких наварил. А те, что магазинные, нахуй, это все хуета. Кстати, капканы также отрабатываются, как и раньше. Ну, ебало, сломано было, блин. Ой, портрет Володи Путина еще нету, молодого, нету. Ебать. Бери. У меня нет на места. Стене нашел. 20 лет назад обои клеились как бы. Да Володю что? Нашел. Как бы я срываю обои 20-летней давности, и тут Володенька. Володя, мы тоже умеем бегать. Блять, прикольный прикол. Да не надо стрелять, ебаный стык ты нахуй. Прикинь прикол. Ебаная насрал. Ебаная насрал? Бо, страшно, блядь, больно ты не сделал. Вердел, ты когда придешь-то? Что за нахуй? Через часов несколько. Нет, гранатомета там. Пока Колька пьяный, надо делать что-то. Да он мозги нам ебет просто. Что я толком не сделал. Либо ему так катастрофически не везет с картами. Понимаешь, Юр, я сейчас обрываю обои, я нахожу обои. И обрываю. Настолько советские. Я их, блядь, вживую не видел никогда. Ну, то бишь это еще, ну вот, строители, блядь, которые клеили. Они какого-то, блядь, непонятно. Да еб твою мать, нахуй я палку такую взял. Красно-желтого цвета, блядь. Заебал ты меня. Так, этот гондон может прийти в любую минуту, да? Ну, он, кстати, нас не отслеживает что-то. Где? А где вы все? Может, он это, новичок. Да я тебя умоляю, какой нахуй новичок, блядь. О, там сизые уровни, блядь. Ну, может, по фану играет. Там карты новые, блядь, изучает. Типа как ты? Я нашел его. Ну, я-то вообще мега фан, блядь. По фану как я, наверное, никто не играет. Ну, где он? Вот он. Да уебище. Я его нахуй с ноги убил, 800 в спину. Он лежал, блядь. Получилось по спине, блядь. Сейчас он будет заходить, чувак. А мы выходить будем, ладно?
Ну я походу нет. Он золотой становится, вон его с базукой не сбить. Вот что за хуйня у него. Он стоит с базукой наготове, если что. Пришлось поражать умение, иначе бы не успели. Есть у тебя наложить что-нибудь, не? Ладно. Наложить? Ну, в плане это да. Черная Блин. Пантера, там вся хуйня. Блять, он меня заразить умудрился через это говно. Это ж я тебя я тебя спасал-то. Я понял. Так, где у нас компьютер больше не известно, да? Где там просаживает, блядь, как бетили, кибер, блядь. Вон, вижу. Естественно, бля, я даже не успел. Буду тебя трамбовать. Убей нахуй здесь. Ты его нахуй убил. Чего? Бля, да ну нахуй. А, травка, бля. Надо за худаком идти, влево он ушел. Во, да, здесь. Ты хуй встанешь, урод ёбаный. Врос ёбаный. Не-не-не, не иди туда, они туда не пошли. Блять. Ты где там? Пизду эту тюрьму нахуй. Все, ты ничего не сделаешь, на нас наложили. Бэка, не тупи, блядь. Пока нас тут не размазали, нахуй. Квадратик, встань. Ну встань, не сам ты, ёб твою. Блядь, то один выходит, то другой. Я удар с ноги делал, я вышел из-за этого. Я просто так. Секунда, там, блядь, кто-то зашел, кто-то вышел. Блять. И в итоге вы сдохли, да? Да. Ну разумеется, блин, с немезидой на точке. Что ты сделаешь, блин? Тогда понятно все. Ну тут только спрей сейчас поможет, да. И он был, блядь, понимаешь, блядь. Что? На лопочке, чтоб не поломил, конечно. Да ну нахуй, блядь. Я уже все, я уже это, ну, свят-свят Лёрик, блядь, все уже лежал. Я вижу, даже Жирегин зачем-то на себя наложил, потому что, ну да, подняли, блядь. Это было, блядь, захватывающе. Вы вышли? Нет, еще третий раунд будет. Ну как бы у меня есть кувалда, это решит многое. Ну ты же сейчас играешь именно качем, как бы, поэтому. Никакой, говорится, штарш нам не страшен. И это именно, как ты и сказал, решит многое. Хуй знает, их тетки-то тоже делают. Да иди нахуй просто. Просто иди нахуй. Ты думаешь, мне не похуй на твои выстрелы из автомата и твоего ебучего? Беги. Похуй. Похуй, бегуди. Ты беги. А нахуй это нужно вообще, давай. Ну он меня в углу типа прижал. И мне уже не видно будет. А, блядь, нет, ты, а? Я мне положил рядом с колбой, чувак.
Так, на базу, которая лежит. Ты не устал там махать, блин? Квадратик иногда хоть прекращение нажимать придурок. Нихуя бока крутая, блин. А я не поднять, блядь, ты как-то лежишь на ящике. У тебя крестик не загорает, отползи. Давай. Да ну нахуй, блядь, пинок. Лишний пинок был. Блять, сука, он пол энергии из двух патронов отнял, я ебу, блять. А теперь я, блять, возьму хуй, пизжу и сую хуй, блять. Мне так будет на каждый колбик, блять. Второй раз он так уже не сделает. Ну, люди скоро будет. Где, блядь, где это хуйня? Наверху, наверху. Блядь, наверху. Она на выходе прямо, там пиздец, там несколько камер на точке. Это будет, сука, жесткий бой. Ну, по крайней мере... У вас там что-то получается? Я успел, блядь, проорать. Бей колба. Вышел лох, блядь. Ебаный лох, блядь, я это запишу просто. Он вышел просто? Да, мы его выебали, и он вышел тупо. Он такой подсрачник Брус Ли сейчас получил. Блять. Сука, лошара, блять.